Всем привет! В сегодняшнем мастер-классе будем делать вот такие горшочки. Делать очень просто. Можно это поставить на рабочий стол или даже можно в подарок. Очень красиво, симпатично смотрится. Нам нужно вот какой-нибудь горшочек. Я возьму вот такой. Высота где-то 9 сантиметров, небольшая. Нам нужно пенопласт. Мне большого не оказалось. Вот такой кусочек от круга. Ну, если будет побольше, это будет просто шикарно. Ну, будем делать из чего что есть. Вернее, из того, что есть. Заклеим низ пенопласт. Так. Вот. Здесь тоже чуть-чуть клея. Уже наверняка вот. Она стынет и все. Так, что теперь? Теперь вот у меня есть такая баночка камушек, покупала из Германии. За счет того, что крышка была треснутая, я купила его за 10 центов. Стоил он изначально 2 евро. Ну, камушки можно собрать и на море ездить, тоже пригодится. Так, что еще? Еще нам нужен клей. Вот взяла вот то, что у меня есть. Вот такой. Смотрите, клей нужен полимерный. У меня вот он желтоватый. Он как молочный, да? Ничего, мы будем не с этим делать, а сверху лучше полимерным. И чуть-чуть горячего клея. Итак, смотрите, что мы делаем. Тут я добавлю клей. Вот, смотрите. Добавили. Теперь засыпаем туда камушки и вот я карандашом буду перемешивать. Еще сверху, чтобы не был виден клей. Просто если полимерный, то сыпать уже не нужно. Он засохнет, клей станет прозрачным. Так, сделали. Вот тут уже мы сделаем прозрачный. Даже можно горячим клеем. И сверху тоже камушки и все. Разровняем. Он засохнет, виден, ничего не будет. Ну, сверху я посыплю еще камушками. Уже можно вот перемешать даже. Так и сделаем. Так, теперь чуть-чуть засыпем камушками, буквально сверху. Будет держаться хорошо. Так, теперь вот сделали. Теперь смотрите, я покупала такую веточку. Ой. Вот такая веточка. Вот такая. Мы снимаем вот эти штучки. Отрезаем кусочек проволоки. У меня окно открыто, не обращайте внимания, там жарко сегодня просто. Так, вот так. Отрезаем. Кончик немножко надо согнуть. Буквально вот так. Вот хватит. И собираем вот эти. Таким образом несложно, мне кажется, смотрится красиво и симпатично.
Такой горшочек у нас получается. Вот, смотрите, высохнет, и он даже не сыпется уже. Вот, на, буквально штучкой все высохнет, и ничего сыпаться не будет. Так, смотрите, вот есть такие мелкие цветочки из фома. Можно кое-где приклеить штуки 3. Вот, вот допустим, вот кое-где приклеили, да? Вот, смотрится уже неплохо. Но я сейчас клеить не буду. Так, вот такие горшочки с зеленью получилось. Вот тут у меня песок был собран возле речки. Видите? Тут у меня просто камушки куплены. Здесь уже вот. Тут побольше пенопласта просто потыкала. Ну так на рабочем столе будет красиво. Я надеюсь, вам этот мастер-класс будет полезен. Всем спасибо. Всем пока.